Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Представьтесь, пожалуйста. Засновник предприятия «Матадор» Кошелев Николай Георгиевич. Частный предприниматель Здорик Володимир Николаевич. Частный предприниматель Здорик Наталья Анатольевна. Глава ассоциации никопольских перевозчиков Яценко Алла Михайловна. Наверное, первый вопрос будет к Николаю. Да, что, почему остановлены вот перевозки сейчас по городу автобусы? Городской транспорт остановлен по постанове 211, которая вышла 4 апреля этого года. Городской транспорт должен быть приостановлен, и город должен перезаключить или сделать новые перевозки согласно карантина, что новые договора, специальные перевозки, городские регулярные перевозки на данный момент запрещены. Специальные перевозки, должен быть новый договор заключен. Новые маршруты, наверное, новый маршрут, да? Да, город должен определить маршруты, перезаключить договора и выпустить по-новому. Мы написали письмо 7 апреля, что принимайте меры, потому что у нас есть проблема. Нас могут штрафовать, и мы не должны работать. Поэтому мы решили, написали одно письмо, написали второе письмо, ответа пока мы не получили. Поэтому мы решили приостановить, дабы не набраться штрафу от 17 тысяч и выше штрафы. Поэтому приостановили перевозки до решения проблемы. Как вы видите, как она может решиться? Вот завтра выходные. Что завтра? Сегодня автобусы выходные. Какие ходят? Или вообще какие? Никакие не ходят. Сегодня массово начались проверки. Приезжала Днепропетровская полиция, массово начала проверять автобусы. Нам нечего показать. У нас нет ни одного договора на специальные перевезения. Поэтому мы работали вне закона. Как-то датировалось вам вот с самого начала вот этих мер, которые март приняты? Месяц датировался. Датировался. Апрель месяц не датируется. У нас дотация шла за перевозку льготной категории. Льготную категорию, хотя мы ее возим, но ее отменили с 1 апреля. Мы не должны возить никого в льготную категорию. Ну, мы как-то возили их, но она не датировалась. С 1 апреля все датирование закрыто. Поэтому мы ездили, выживали как могли, хотя экономический вопрос здесь проблемный. То есть экономика не вытягивает. Без помощи у нас не получится. Мы с самого начала снимали с вами видео, как только проводили дезинфекцию, да, первую, да, да. Что изменилось с того момента? И только ничего. Ухудшилось то, что вы и говорили. 1 апреля прекратилось, да? Финансирование. Март мы доработали по старому финансированию, все там. А апрель уже финансирование закрыто. Мы созванивались с другими городами, как в других городах работают перевозчики. Днепропетровск, Новомосковск, Павлоград, мы со всеми созванивались, потому что это наши коллеги. У них работают сейчас спецперевозки, заключили новые договора, им оплачивают и не городские маршруты, а спецперевозки, то есть какие город, какие вызначил маршруты, по каким работают, по тем они и работают. Так и едет. Во всех городах у нас такого нет пока. Владимир. На сегодняшний день я хочу еще добавить, что автобусы с утра вышли на линию. Людей перевозили по этих талонах, которые получили они. И автобус, пока доехал с третьего участка до автовокзала, три раза останавливали полицейские, заходили в автобус, просили поднять пропуска эти. Вот. Если ни одного человека не будет пропуска, значит сразу протокол на 17 тысяч. Меня отзвонился водитель, и я сказал, что едем на базу, потому что так работать невозможно. И это не работа. Очень много было нареканий людей, которые стояли без этих пропусков. Они там и орали, и кричали, и что вы делаете, берите. Мы тоже хотим ехать, закон есть закон, и мы не можем нарушать закон. Такая ситуация. На данный момент у нас сейчас нет правил перевозки пассажиров. То есть мы не можем. Выехать просто так под черным флагом, это неправильно. Нет. Мы же законопослушные люди. Конечно. Поэтому... Тем более предупреждалось заранее. Это
других городах почему-то сделана логистика, да, перевозок. Да, да. Ваша организация, они бы прикладывали тоже свои усилия, то им только подпиши и просмотри это все. Пришел ответ, наверное, пропонуем вам на даты своей бачения оптимизации маршрутной мережи. Но мы же не знаем их стратегические предприятия, куда мы должны доставлять людей. Это же перевозчик должен перевозить людей, а заказчик, ну, заказывать перевозки. А то получается, что мы вроде как и сами должны заказать перевозки. Ну, я думаю, что какой-то нонсенс. Письмо должно еще было быть не одно в марте месяце, чтобы уже в марте знать, как ездить в апреле. А сейчас у нас 10 апреля, а нам только как мы видим это. Ну, я... Это письмо пришло полчаса назад. Как вы видите способы решения этой ситуации? Вот ваше видение. Ну, надо общаться. Ну, завтра выходные, завтра вы с ними не будете общаться. Люди будут не смогут ездить ни субботу, ни воскресенье, ни понедельник. Перевозчик выполняет заказы. Если есть заказы, мы выполняем. Это ж не наша. Организатор перевозок горосполком. Мы не организатор перевозок, мы исполнитель. То есть организатор нам должен дать правила перевозки пассажиров, дать маршруты, там уже экономическую точку это уже рассмотреть. Мы подаем расчеты. А кто эту полицию привез в Днепропетровск? Не знаю. Без понятия. Зато я знаю. Можно еще пару слов добавить. Ну вот смотрите, согласно договору на пассажирские перевезения, на основании которых мы работаем в обычной ситуации, не карантинной, пункт 5.3 гласит, стороны звільняються від відповідальності за невиконання та неналежне виконання зобов'язань за цим договором у разі виникнення обставин неперебойної сили. Аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія і так далі. В общем, і у нас правительство вже этот карантин обозначив офіційно форс-мажорна ситуація. Правильно? О чому этот пункт гласить? О том, что предполагается, что в условиях форс-мажора организатор перевозок должен с нами заключить отдельные договора на перевозку. Вот эти договора, на основании которых мы работаем обычно, они сейчас не работают. Ну что мы имеем от городской власти, от организатора перевозок? Они выдали направо-налево непонятно сколько пропусков. По этим пропускам ездят, не ездят люди, в каком направлении, непонятно. Мы не можем просто организовать свою работу так, чтобы она хотя бы покрывала, ну, самые такие затраты, топливо, хотя бы минимальную зарплату. У нас уже за все 24 года, вот мы все стоящие тут, мы работаем уже больше 24 лет на городских перевозках. За все это время у нас ни у кого не было задолженности по налогам. У нас они уже возникли. Налоги, тем не менее, они никто не отменит. Благо, что сейчас не налагаются штрафы за период карантина. Но они же нам растут и растут и растут. И сколько этот карантин будет продолжаться? Водители... Вы говорите сейчас о юридической ответственности, а... Как людям от этого легче или не легче? Люди, это... мы прекрасно понимаем людей, мы хотим осуществлять перевозки. Почему? Потому что, во-первых, это наш финансовый результат, это зарплата наших сотрудников, это инфраструктура нашего города, правильно? Это довольные это граждане, можно да. Так но что такое сказать, человек из Новопалки не может поехать до медсанчасти там на завод или больницу. Ну, составьте, организуйте. Вы же организатор перевозок, наш дорогой городской голова. Вы же должны понимать, что надо осуществить провоз медиков в самых таких критических ситуациях. Да, в конце концов, наше предприятие, это же тоже предприятие критической инфраструктуры. Да. Обеспечьте, вы организатор перевозок. У вас есть юристы, у вас есть анализаторы. Вы должны этим делом еще, заниматься. Еще мозги туда добавить. А то нам мозги. Мы должны изучить правила. А то нам надо обеспечить топливо, материальную часть, все это обеспечить, подвижной состав, чтобы он был надежным, надлежащим, лицензионным условием состояния. Да еще мы думаем, куда подать автобус. Дай пропозиции. Да. Еще думай, как штрафы. Ну как так работать? Я не знаю, в основном сказали все, что нужно, ну добавить
Еще можно, пожалуйста, я вспомнила, выживать, потому что наболела. Вы понимаете, еще с материальной точки зрения, я как и бухгалтер в том числе. Ведь смотрите, когда магазины закрываются, они людей, сотрудников отправляют в простой. Там они не платят зарплаты, бесплатный отпуск. Мы не можем определить, кого из водителей, кого из сотрудников отправить в простой, потому что мы не знаем, понадобится он или нет, этот человек. У нас, да. Если даже он в апреле один день отработал по законодательству, мы должны в полной мере оплатить ЕСВ. Это, ну, кто не понимает, это пенсионный фонд. Это 22% с фонда заработной платы. Все это налагается, это все задолженность у нас по налогам. Понимаете, мы не можем минимизировать количество сотрудников своих, потому что мы не знаем стратегии нашей городской власти, как нам работать. Как дальше? А люди нас, извините, боты вот эти, поливают грязью в Фейсбуке. Ребята, ну... Мы не жадничаем. Мы хотим работать. Ну, пожалуйста, надавите, грубо говоря, на местную власть, ну, пусть они организуют нам перевозку. Те, которые боты, они и не поймут и сейчас. Конечно. Ну, это их проблема. Все? Да, все. Да, все. Спасибо. Да, до свидания. Негодованию перевозчиков добавлю простым языком, чтобы было понятно. Фисак, Коник, Давыдко тупо промыкали вместе со всем своим исполкомом. Тогда, когда им давалось время составить эти графики, проплатить дотации, чтобы было понятно людям, как им работать, на основании чего. Плюс Ольга Коник. Знаете как вот, ездят они без тех пропусков, влазят, водитель и не проверял, вот сколько дней, да, насколько я знаю. Сегодня сделали немножечко проще. Пригласили днепропетровскую полицию, местную полицию, и давай по всем автобусам проводить рейды. Водители просто... напросто брали и ложили ключи. Я не знаю, когда наша власть вот эта, когда она будет с мозгами. Извините.